Друзья, вот теща у меня сегодня нажарила оладьи и решил, короче, я сделать на них обзор. Вот такие, видите, аппетитные оладушки. Классные. Сейчас будем кушать и оценивать, на сколько баллов они тянут. Ну, друзья, взял я оладушек, и я его обмакнул в мед, видите? Вот сейчас буду пробовать и оценивать, на сколько баллов он тянет. Но еще раз повторюсь, это теща моя пожарила эти оладушки. Вкусно. С медом вообще очень вкусно. Слушай, друзья. А ну-ка стой. Прикольно на тебя вели. А ну вышь с него. Нет, дядя, это она с велосипед. Брысь, вставай, кому сказал. Я оладья ем с медом. Слышал, много раз говорили, что в Канаде оладьи едят с кленовым сиропом. Я вот кленовый сироп ни разу не пробовал. Хотелось бы, конечно, попробовать. Что за плач? Что случилось? Что произошло? Папа, папа, мы играли во дворе, как вдруг к нам подошел какой-то дядька и нагло друзья, вообще, очень вкусно. А еще, папочка, он толкнул меня с велика и сказал, что велосипед теперь будет его. Просто обалденные, а друзья. А как же вы, вот видите, мед. Опишите мне его. Он был высокий. На оладушках. Какие у него были волосы и во что он был одет? А запить у меня вот есть такой сок палки с мякотью. Вот. Тут, короче, написано состав: яблочный сок, мякоть апельсина, сок красного винограда, апельсиновый сок, мандариновый сок, банановое пюре, сок киви, ананасовый сок, сахар, регулятор кислотности, натуральный краситель. Ну так, вроде он неплохой по вкусу, нормально. Сейчас это налью запить. Выходи, подлец, напой честный. Кто это там вякает? С тобой, подлец, не вякает, а говорит папа свин. Выходи скорее сюда. Да, такой сок неплохой. Четверочку твердую можно поставить. Такой красного цвета он. Сейчас я вот, бутылки сейчас. Видно. Вот красный. Зачем у моих детей забрал велосипед? Я же тебя уже предупреждал такого окаянного. За это... На, получай, 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 получай! Короче, друзья, оладушки обалденные. Еще давай я вам покажу, как они выглядят еще раз. Вот такие вот они. Видите, такие аппетитные, вкусные. Короче, я ставлю за эти оладьи 5 баллов. Вообще очень вкусный, очень классный. Всем советую пожарить. Ну, классический рецепт приготовления оладьев. Вот. И они такие получились воздушные, вкусные, очень классные. Вот. Ну ладно, друзья. Всем приятного аппетита. Всем счастливо. Всем пока. И до новых встреч.